Включаем? Да. Привет! Начинаем изучать алфавит. Нажимай кнопки. Пока. Пока будет в конце, Димуль. Давай сейчас кнопочки нажмем. Это что за буква? Д. Д. М. Р. С. Так. Цветочек. Цветочек. Теперь нажимай кнопки рядом с буквами. Ты можешь услышать звук, соответствующий этой букве. Нажимаем? Б. С. У. Ф. Сейчас будем слушать песенку. Готов? Рядом с буквами ты можешь услышать стихи. Димуль, про кого будем слушать стишок? Димуль, дай про черепашку. Панцирь носит черепаха. Сразу шорты и рубаха. Завел я ключиком пружинку, пустил по комнате машинку. Такой забавный червячок. То палочка, а то крючок. Обезьянки строят рожи. На кого они похожи? Торт возвышается, словно гора. Три свечки задуем и крикнем «Ура!». Теперь, нажимая кнопки рядом с буквами, ты можешь узнать порядковый номер буквы в алфавите. Сказал. 19. 8. 5. 5. 10. Еще 5. Еще 5 хочешь? 5. А кто тут нарисован? Дельфинчик. Я, это кто такой? Нажимаю дельфинчика. Дельфинчика? 5. Дельфинчик на букву Д. Тигр на букву Т. 20. Один. Кто где? На кого еще нажмем? Кто где? Кто где? Кто где? 33. 33? А, мы тоже знаем цифру 33, да, Нямуль? 33. Клево. Так, тут еще есть какая-то игра. Отгадай загадку. Два конца, два кольца, посередине гвоздик. Угу. Очень хорошо. Попробуй найти индюка. О, попробуем найти индюка. Индюк на букву И. Найдешь букву И, найдем индюка. Великолепно! Найдешь ли ты флаг? Очень хорошо. А найди-ка енота. А где енот? А где енот? А, Димик, нет. А где енот? Найди-ка енота мне. Найди-ка енота мне. Очень хорошо. Найди, пожалуйста, яблоко. Димуля, встать ты не хочешь сам показать? Не хочешь. Не хочешь? Очень хорошо. Чей это звук? Найди букву твердый знак. Экзамен проходим. Еще очень хорошо. Сейчас мы хорошо. Еще очень хорошо. Отлично. Отлично. Найди букву Ш. Великолепно. Найди букву Т. Правильно. Найди букву Э. Жик. Здорово. Найди букву Ф.
А вот она. Блестяще. Найди, пожалуйста, бабочку. Теперь, нажимая кнопки рядом с буквами, ты можешь узнать порядковый номер буквы. Теперь, нажимая кнопки рядом с буквами, ты можешь услышать стихи. Пока. Все, пока-пока. Yeah. Вот такая у нас говорящая азбука. Из серии звуковых плакатов «Знаток». Азбука. Азбука. Азбука моя дела. Еще пока-пока. Еще хочешь пока-пока? Ну давай мы с тобой нажмем на кнопочку, нам скажут приветик. Хочешь? Нет. Привет. Начинаем изучать алфавит. Нажимай кнопки. Будем изучать, да. Хорошо, договорились.